Вот, похоже, где-то тут все равно уже проходили укрепление. Вот это вот не рассказывайте мне, что это все, как говорится, натурально. Это наверняка, так сказать, уже определенные сооружения насыпи оборонные, ведущие к форту Бруннер. Ну, так и имею надежду. Хотя, как говорится, поживем, то передойдем, то увидим. И не будем тут сгадывать. Но просто постановил немножко то снять. Вон, видите, вот насыпь. Уж не буду отвлекаться, бы не знаю, сколько еще идти. Не надо будет вот эти насыпи. Вот. Но наверняка это не естественно природное. Так что смотрим вот там. Добро. Возможно, я преждевременно радуюсь, что минул две преграды в негативном того путешествия. Там прошел быстро, не кружа. И тут же не свернул до леса. Прекрасного осеннего леса. Сейчас иду дальше. Но быть уверенным, что я дойду до цели тоже пока нельзя, но уже классно. Может, вот эта дорога, нет, эта дорога никуда не выведет, выведет в таком же там отеле, который мне тысячи лет не нужен. Я там все остаю. Тут тур, да. В общем, не вем, но с крэнсом тур. Если то бы иди помылка, то уж, как говорится, такая моя судьба, может, с третьего раза попаду, но попробуем, как говорится, еще раз судьбы, волеизъявления, может, то вот выведет, может и нет. Вот по холера в лесу вот такое вот, этот крен, так куда идти, туда или сюда, опять три дороги, туда пойдешь — погибнешь, сюда пойдешь — голову потеряешь, а сюда пойдешь — точно жизнь не приобретешь. Но не иду туда, а иду вот там, где погибну. Курды, хотя бы какие-то надписи зарабили. Форт, тем, те-те-те-те-те. Ни хрена, ну вообще по хрену холеры тут укладывать плиты. Подъезд. Вот. Так, ага, тут какая-то хрень господарская. Курт. Терен. Гурничи. Ага. То есть терен гурничи. Ясно. Бухано, так мне это не повезло. Не у кого спросить бы. Ну.
придется искать этот форт Липовица. Липовица, что Липовица. Потому что до Брунера я уже, возможно, не дойду. Если дойду, где-то упрямо, буду знать дорогу, куда. Куда? Хотя бы эти сказатели были. Сказатели. Опять возвращаемся к этому месту, где вроде как написано «Гурничий заказ несения огня». Ну, огня-то доброго. Как-то газовня. Куда, не, куда новый выведет. Ну, форт-то это форт, они. Конечно, вот эти овраги, все это, эти насыпи, это, вот, даже вот то свидетельствует, что это форт. Но. А вот тут болото курды. Че ж по болоту-то ходить? Оно. Не, земля мокрая. Ну, вот пройдемся чуть-чуть. Опять я куда-то забрел нахрен. Но я себе простить не могу нахрен, что я забыл это то, что я выписал. Вот мы идем. Понятно, что тут. Можно было по там пойти. Видно, что это форт. Толку того, что это земные насыпи. Меня интересуют бункеры, казематы и всякое такое. А это просто вот тут видно ров. Выйдем, наверное, было свернуть там, где голова с плеч. Ну ладно. Добрый. Вот. Я бы тут шел себе капитальненько. Входим. Ищем форт Липовица. Какой-то там был. Ладно, это у меня записано. Я ж не помню номер. Вот и надписи, ой, насыпи, что я снимал по дороге. Они явно свидетельствуют об этом. Вот он, сам форт. Вот такая вот огромная насыпь. Форт Липовица. Это недоступный мне этот форт Брюнер, а? Брюнер. Брюнер. Клосс недаром имел такого гада, противника. Как гауптштурмфюрер Брюнер. Ядрить его корень. Здесь дорожка. Вот это все форт. Вот это он. Значит, может, ну обойдем, посмотрим. Может, надо было бы подняться на него. И там. Вообще-то, ладно, еще пройдем. Я посмотрю под ноги. Тут куча грязи. Добрый, прерываем. Потом, когда будет что-то интересное, включимся. Незапланированный поход к форту Липовица, форту номер 18, оказался
Удачным, хотя не без проблем. Я уже видел надпись, но не мог определить местоположение. Там какая-то стройка. Ну, сами увидите. А, короче, маршрут к этому форту, если идти от авто АЗС, автозаправочной станции Орлен, по улице Закопьянской до улицы Журавицкой, да, находится он при улице Лесной, около всей села Журавицы.